Приветствую вас. Немного странный вопрос вы задаете, потому что вообще-то есть профили, значит, ну, экспертов. Вот, где можно, в принципе, посмотреть их образование и все, что касается, значит, каких-то регалий, каких-то навыков, какого-то обучения. Вот, исходя из того, что знаю я, да, у психолога, именно у психолога, образование медицинское не обязательно. То есть не обязательно психологу иметь медицинское образование. И уж точно не обязательно иметь медицинское образование, если вы хотите поплакать в плечо. И уж точно не нужно медицинское образование, если у вас есть страхи или фобии. Вот. Поэтому медицинское образование нужно, если у вас какая-то болезнь, психическая болезнь какая-то. Вот в этом случае, да, в этом случае нужно медицинское образование. Но опять же, как правило, такие выводы о наличии или отсутствии психического заболевания не делаются заочно, делается это все только очно, вот, и, соответственно, только при личном непосредственном обследовании. Насколько я знаю, медицинское образование есть у моего коллеги, которого зовут Горшков Николай Александрович, вот, он психолог, он психотерапевт, психиатр, вот, вы можете обратиться к нему, насколько я знаю, у него есть медицинское образование, вот. Что касается остальных коллег, то я, к сожалению, вам здесь боюсь помочь не смогу, потому что информацией не владею. Что касается меня, то у меня медицинского образования нет, есть психологическое, я психолог личности, вот. Владею я психоаналитическим подходом, транзактным анализом, гештальт подходом, когнитивным логотерапией. Вот все эти методы можно посмотреть в интернете при желании. Вот. Ну и соответственно, если вы посчитаете, что я могу вам помочь, то я с радостью это сделаю. Но я уверен, что сделают не только я, но и все коллеги, которые увидят ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.